Обсудим нашу задачу на неделю. Богемская роща. Да! Ежегодный фестиваль на воздухе, как Burning Man, но там реально сжигают людей. Богемская роща, Северная Калифорния. Здравствуйте, подписчики и зрители канала. Наверняка все вы слышали про Богемскую рощу со статуей совы. Сегодня мы совершим прогулку в это место с кратким экскурсом истории о нем. Богемский клуб – одна из самых странных структур в разветвленной сети всемирного заговора. О нем говорят куда меньше, чем о пресловутом Билдербергском клубе или о трехсторонней комиссии. Но именно в этом элитном клубе состоит чуть ли не половина богатейших людей Америки. Среди его членов все без исключения президенты США от республиканской партии и некоторые из демократов, начиная с 1923 года. Бывшие и нынешние руководители спецслужб, банкиры, медиамагнаты, люди искусства, политические лидеры, ученые. Каждый год там собираются 6 сообществ, которые тайно правят миром. Рептилоиды, атланты, католическая церковь, Джагало, не знаю зачем, мы и, конечно, наши главные соперники – иллюминаты. Иллюминаты прибыли! Исключительной особенностью клуба является то, что очередь в члены клуба около 15 лет. Ежегодно в июле, начиная с 1899 года, самые влиятельные люди мира приезжают на двухнедельный отпуск в Богемскую рощу, посещать которую могут только члены клуба и их тщательно проверенные гости. Эти гости приезжают со всех концов Америки и других стран мира. Сюда приезжали члены кабинета, директоры или управляющие крупных корпораций, включая финансовые институты. Многие поставщики Пентагона, крупнейшие нефтяные компании, банки, включая ФРС, и представители ведущих СМИ были гостями или членами клуба в лице своих высокопоставленных руководителей или хозяев. Кто готов к богемскому отрыву? Ежегодная борьба за власть скоро начнется. Сама роща представляет собой природный заповедник площадью 11 квадратных километров, состоящий из реликтовых секвой возрастом более 1500 лет, и занимает горную долину в Северной Калифорнии. Это место встреч самого закрытого в мире клуба похоже на летний лагерь для элит. Как и подобает летнему лагерю, в Богемской роще построены спальные домики-кабинки для ее постоянных гостей, которые разделены на секторы с символическими названиями в зависимости от рода занятий приезжающих. Например, сектор, который занимают банкиры и военные промышленники, называется «Пещерные люди». Сектор банкиров – «Потерянные ангелы». Собственники, инвесторы и научные работники называются «деревенщины». Американские президенты и представители вооруженных сил живут в особом секторе под названием «Совиные гнезда». В отличие от предыдущих, это название можно объяснить. Дело в том, что сова – особый символ Богемской рощи. Быстро! Следуй за мной в жопу совы! На берегу искусственного озера в самом центре заповедника возвышается 12-метровая статуя каменной совы. Сова изображена и на эмблеме клуба вместе с девизом «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают». Это значит, что любые деловые или политические переговоры на территории находятся под строжайшим запретом. Сотню лет деятельность Богемского клуба никак не освещалась. Было известно о роскошных интеллектуальных развлечениях вроде игровых и музыкальных постановок, для которых в Богемской роще был построен целый амфитеатр вместимостью 1500 мест. Так как клуб исключительно мужской, то и женские роли приходится играть мужчинам. В юбилейном альбоме клуба, который случайно, а может и нет, попал в руки к журналистам, можно увидеть довольных собой именитых мужей,
нацепивших женские платья. Идея создания Богемской рощи принадлежала пятерым журналистам из Сан-Франциско, открывшим в 1872 году в этом городе Богемский клуб, который по задумке его основателей должен был служить убежищем от грубой ковбойской культуры. По мере расширения заведения его деятельность стала привлекать слишком много внимания, поэтому его члены решили переехать в более спокойное место, в качестве которого были выбраны окрестности Монте-Рио, где протекает Русская река. Что характерно, на Google картах эта локация заблюрена, и рассмотреть подробно со спутника это место не удается. С чего бы это вдруг? Но не все так печально, сама эта роща не ограждена забором. И благодаря смельчакам, проникшим в свое время туда, мы имеем сейчас возможность наблюдать ночные виды этой рощи. В течение нескольких десятилетий богемцы активно скупали земли в интересующем их районе и к началу 20 века стали полноправными владельцами горной долины. Сегодня клуб объединяет примерно 2000 человек, которые регулярно проводят здесь свободное время, а в конце июля обязательно собираются на ежегодную сходку. Даже сам Ричард Никсон, 37-й президент США, признавался, цитата, «Богемская роща, которую я посещаю время от времени, ведь сюда приезжают и жители восточного побережья, это самая гомосексуальная чертова штука, которую вы только можете себе представить. Это толпа из Сан-Франциско, которая сюда приезжает, она просто ужасна. Я имею в виду, что я не пожму руку никому из Сан-Франциско». Цитата окончена. Но посмотри на этих придурков. Теневое правительство такое же тупое, как и обычное. Мудаки буквально повсюду. В 2000 году Алекс Джонс со своим коллегой Майком Хансоном тайно проникли в Богемскую рощу одновременно с именитыми персонами. Они поставили там две скрытые камеры на противоположном берегу искусственного озера, прямо напротив совы, и стали свидетелями такого, чего никто не мог ожидать. Камеры зафиксировали массовый ритуал жертвоприношения и поклонения гигантской статуе совы. Алекс Джонс так описывает увиденное. Цитата. Из громкоговорителей неслась мольба о пощаде. Однако телу, завернутому в черные простыни, в помиловании отказали и оттащили к алтарю, статуе огромной совы. Прямо над алтарем возвышается огромный горящий светильник, который они называют вечным пламенем. Верховный жрец берет незажженный факел и поджигает его от светильника. Тело вновь молит о пощаде. Верховный жрец с большим трудом, он такой старый, что едва шевелит ногами, спускается к алтарю и запаливает погребальный костер. Цитата окончена. Это каким надо быть идиотом, чтобы попасть в тюрьму Богемской рощи? Праведники должны держаться вместе. Алекс Джонс? У меня есть план, как выбраться отсюда, но мне надо 25 штук, чтоб... Ацтеки, майя и другие народы Северной Америки считали сову символом разрушения и смерти. Ритуал, который журналисты записали на пленку, называется «кремация сострадания». В ходе него соломенное чучело, символизирующее сострадание, сплавляется по озеру, а затем кидается в погребальный костер. Действия сопровождаются голосом мольбы о пощаде, который раздается из динамиков. Этот древний ритуал поклонения силам природы, в результате которого совесть и сострадание его участников уничтожается. И члены клуба начинают игнорировать боль, которую причиняют ближним во имя успеха собственных целей. После ритуала все члены собрания начинают кричать и вопить. Несмотря на девиз, гласящий, что все мирские дела должны остаться вне рощи, доподлинно известно, что Манхэттенский проект, приведший к созданию атомной бомбы в 1930-е годы, обсуждался именно там, в Богемской роще. Сами члены клуба тщательно избегают разговоров о тайном обществе. Новости, попавшие в газеты, изымаются самым недостойным образом,
удаляются с сайта или вырываются вместе с газетными страницами. В 1996 году в New York Times просочилась весть о том, что Дэвид Гергин, главный советник Клинтона, покинул богемский клуб, объяснив это тем, что он не собирается бегать голышом по лесу, за что получил резкую критику со стороны республиканцев. Весной 2004 года на прямой вопрос журналистов о происходящем в роще он ответил, что не знает, о чем идет речь, и очень счастлив быть членом клуба. Если взглянуть на списки участников богемского клуба, эти же фамилии можно найти в аналогичных тайных обществах. То есть целенаправленный заговор осуществляется уже давно и во всех уголках планеты. Мир разделен на три класса. Очень маленькая группа людей, которая делает дела. Большая группа, которая наблюдает, как делаются дела. И большинство, которое никогда не знает того, что происходит. Сказал один из членов клуба Николас Мари Батлер, президент Колумбийского университета в 1901-1945 годах. Сохраняя тайну о происходящем в роще, сэр Николас все же проболтался. Богемский клуб – это новое мировое правительство, и только глупец будет это отрицать. Если так будет происходить и дальше, то завтрашний день становится таким же непредсказуемым и полным страшных тайн, как и дьявольская богемская роща. Интересно, что в романе американского писателя-фантаста Курта Воннегута «Утопия 14», написанном в 1952 году и опубликованном в СССР в 1967 году, есть намек на богемскую рощу. Это описанный там лужок, списанный с нее едва ли не один в один. Это неудивительно. Ты пожалеешь о том, что унизил иллюминатов. Мы видим все!